друзья, всех приветствую. Сейчас у нас идет конец июля. В сети появились фотографии салона и вообще машины. Почти уже и цена. Есть Лада Весты новый, которая New Generation у нас. Скоро она будет в продаже. Как говорится, Весту хотел. Привычки, говорит, те же, а денег нету. Потому что цена почти 2 миллиона там в полных комплектациях будет. Я думаю, это очень дорого. Просто нет столько денег. Нереально. Даже купить сейчас автомобиль за 2 миллиона рублей. И даже за 1 800 000, если он там будет. Тоже очень много. Сумма, конечно, неприподъемная. Поэтому пока ездим на Лада Гранта. Так вот она у нас стартует. Как сумасшедшая. Вот так у нас Лада Гранта идет. Никакая Веста, даже Enjoy Pro рядом не стоит. Поэтому я полностью доволен автомобилем. И продолжаю передвигаться на нем до лучших времен, пока не появится нужная сумма. Когда она появится, я даже не знаю. Так что, друзья, я не знаю, сейчас даже кто сейчас покупает вообще автомобили по этим, по новым ценам. Все эти сейчас автомобили очень стоят, просто они и сейчас с 1 августа говорят, еще цены поднимутся на Ларгус, вообще 60-65 тысяч подорожает. Ларгусы скоро будут собирать в них, ну просто собирают сейчас из старых запчастей, которые у них скопились. Вест там сколько-то они сейчас соберут, а потом завод будет перевозиться на Тольятти из Ижевска. Соберут последние партии, которые у них там запчасти есть, и все, и будут перевозить завод. Так что осенью вообще будет мертвый сезон, я думаю. Ну и как сейчас, в принципе. Я не думаю, что сейчас ажиотаж прямо на эти автомобили по таким ценам. Все люди просто затаились и ждут, и не понимают, что происходит вообще. Когда все это изменится, будут ли какие-то изменения. Ну а Грант вообще просто хороший автомобиль. Я, в принципе, рад, доволен, что купил эту машину в свое время. И именно в этой максимальной комплектации, которых уже, я думаю, не знаю, когда вообще, может, не будет просто. Нереально. Это просто пошли последний из Магикан, короче. В такой комплектухе. Люкс Престиж просто вообще офигенная машина. Отличная комплектация. Мне нравится. Просто езжу и получаю удовольствие. Двигатель обкатался, дает вообще джазу, может дать потягаться с любым автомобилем. 10 с чем-то там, с каким-то, и 7 секунд до 100 километров, это не просто так, это хороший результат вообще, отличного мотора. Она это может.
на хорошем бензине. Вот я всегда 95-й заливаю. Хорошее масло, хороший фильтр. И машина идет отлично. Поэтому новый двигатель, клапана не загибает. Конечно, никто не проверял, но я думаю, обманывать им не стоит. Поэтому при обрыве ремня двигатель останется в целом. Просто поменял ремень и поехал дальше. Хотя эти ремни должны ходить, там, как заявлено, там по 150, по 180 тысяч пробега. У меня сейчас пробег вообще 21,5. Я не знаю, когда это будет 180, я вообще таких пробегов не дотяну просто на этой машине. Так что, друзья, будем прощаться до следующих встреч. Всем пока, удачи на дорогах.